Сегодня министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов и главный ветеринарный врач республики Сергей Скворцов рассказали журналистам о мерах, которые предпринимаются в республике по предотвращению проникновения гриппа птиц. Напомню, что с 7 мая карантин по птичьему гриппу введен на территории птицекомплекса «Лаишевский» в Татарстане. В ходе проверки выяснилось, что ферма находилась в антисанитарном состоянии. В настоящее время торговля мясом птицы, произведенным в Татарстане на территории Чувашии, временно запрещена. Все птицефабрики Чувашии работают в закрытом режиме. Вывозимая продукция тщательно проверяется. Проведен мониторинг на грипп птиц. Нарушений не обнаружено, рассказал представителям республиканских средств массовой информации руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской республики Сергей Скворцов. Более 700 проб в этом году дали отрицательный результат. Мы проверяем как синантропную птицу, которая летает, дикую птицу проверили. Был этот сезон охоты. Практически с каждого района получили по 10 проб. От дикой птицы проверена, значит, сыворотка крови, значит, и от птицефабрик. Для того, чтобы уберечь себя от возможного заражения гриппом птиц, специалисты советуют закупать мясо птицы только на местных рынках, на которых имеется официальный ветеринарный контроль.